Пошли, Артур. Мы там... Артур, идем. Что? Ты мне что-то говоришь? Мы пойдем там сейчас вниз спускаться. Что там, зайчик? Блин, тут знаешь, сколько всего такого? Мы зараз подивимось, дуже багато тут всього. А, не можна? А, без спалаху треба. Спалах не можна. Так можна знімати. Пішли, пішли. Чого? А, там колодець. Так? З водою. Бачиш? Лена, пожалуйста. Что ты? Ничего не бачу. А? Туда? Да. Накрутится? Чего меня вперед? Господи. О боже, шахтеры. Что это? Не, Виталий, не пойду. Відомий тим, що навчив Європу пити каву. Юрій Кульчицький. О, мам, давай туди обійдемо. Ви ж турецька мова. Ну, що таке? Куди, сюди? Зараз як загубимося з тобою. Ну, у нас в Києві парк мініатюр такий, ну, ухожений такий. Тут, звісно, подобається. Такі домики, да, інтересні. Ага. А от якось тут менше времени було, вот, щоб там не на сутки получалося. Ой, там пещера. Ага. А там есть еще мініатюр? Нет, нет. Сегодня? Сейчас, подожди. Да. Сегодня. И что, да, там, сегодня. И что на, для этого надо, спроси. Подожди, это вот только... Если в 5 часов подъедем и в 11 будем, нормально будет? А что надо? Ты спросил для этого? Так все мопеды так дают. Так ты узнай, может, тебе не дадут. Мы устали. Идем домой. Отдыхать. Муж сейчас на работу уедет.
на вечер или уже уехала. Мы это, а дети... Да. А дети мопед хотят в аренду взять и... А у нас еще один... Да. Еще один сюрприз. Дети возьмут мопед в аренду, поедут по городу кататься допоздна. Так. Показывайте. Наша дверь, да? Наша? Так, что пришли в квартиру. Сейчас. Темная мебель такая в квартире, поэтому вчера снимала, темно. Такая квартира, сразу заходишь, сейчас покажу. Кухня, там комнаты проходные. Вот входная дверь, кондиционер. Здесь два окна. Вот, там выход на балкон идет, получается, с улицы. Вот тут за дверь выходишь, там ключ свой, и выходишь на такой балкончик, в общий дворик. Вот. Здесь стол мы поменяли чуть-чуть место, чтобы все могли смотреть телевизор, так сели. Тут этот телевизор. Здесь шкаф. Вешалок мало, поэтому у нас тут верхняя одежда вся валяется. А что, не закрывается у нас что-то? Что-то непонятно. А, так вот. Все, здесь тоже какой-то шкаф. А, тут сейф есть. Счетчики. О, для обуви, кстати. Можно сюда попрятать. Обувь тут стоит. Разбросана. Обуви столько, что некуда ставить. Еще раз. Вот кухня сразу в коридорчике. Там, я так понимаю, здесь был коридорчик, его убрали и совместили. Мне, кстати, нравится такая идея. Вот такая кухня. На кухне микроволновка. Вот. Вытяжка, плита на две конфорки, сковородку брали из дому, чайник ихны. Что классно, стиралка есть здесь, индезит, моечка маленькая, ну кран, смотрите, какой длинный для нее, то есть нельзя большой напор включать. Котел и здесь холодильник, морозилка и такой холодильник, вот. А, санузел сейчас покажу. Санузел. Санузел вот такой. Просто мои все убежали. Муж на работу спешил, поэтому... Уже все, бардачок. Умеем мы навести бардачок. Душевая. Тут шкафчики. Умывальник. Туалет. На полу плитка. Здесь паркет, доска паркетная. Здесь комод, зеркало. Такие обои, потолок. Знаете, что меня удивило? Вот там вот, там не к потолку, а вот там есть расстояние между потолком и потолком, получается. Вот, я думаю, что там пауков валом в тех дырочках. Так, здесь что у нас? Здесь сомик живет один. Свет в аквариуме не работает. Не хочешь его потрогать? Большой, руками. Не, боишься. Короче, сомик. Именно вот так вот? Да. Да ладно, не надо. Тут столик такой стоит. Натуральный, деревянный. Угловой диван здесь. Он сделан типа под замшу. Окошко. Вот, и телевизор. Так вот. Ну, и здесь комната еще одна. Окно. Картина. Такие вот шторы. Такой шкаф. Типа а-ля старина. Это я. Всем привет. И, кстати, представляете, в одних носках поехала и уже думала, надо взять носки. И так я забыла, больше не взяла носки. Телевизор у нас большой. Кстати, телевизор такой фирмы JTC. Неплохо показывает, дешевенький.
Ну, такая постель. Мы ничего не застилали. Бардак показываю, как есть. Ничего. Думаю, страшного нет. Тумбочка. Там еще была одна тумба, но я ее взяла. Мы на ней сидим, потому что стула только 4. И ниша вот такая вот. Там свет включается, здесь свет включается. Потолок одинаковый везде. Ну, как-то так. Очень прикольно. Здесь окно выходит на улицу. Да, Талинка? Это кукольный театр, по-моему, с окна. Устали мы. Мы сегодня, считайте, ночью гуляли, смотрели достопримечательности Львова. Утром с мужем, пока в магазин ходили, тоже пробежались. И вот это еще раз ходили. Да, Виталинка устала, уже пришла домой, хочет чуть-чуть погуляться. Сейчас я поваляю, сейчас тельчик включу, YouTube посмотрю. Кстати, выложила вам видео, как мы ехали в поезде. Поезд был чистенький, хороший, да? Туалет был хороший в поезде. Ты мыла руки после улицы? Вот, понравился нам поезд, жарковато было. Вот, единственное, что мне не нравилось, что много людей ходило, ну, много остановок он делает, и среди ночи люди выходят, заходят, и не очень удобное время приезда. Это, в принципе, что у нас тут, как бы, муж уже, да, был, поселился в квартире, муж уехал, получается, в 5 часов утра в этот день, а мы в понедельник в 7 часов вечера за ним выехали, получается, на поезде. Вот. А так, если вы приезжаете в 3 часа ночи, а квартиру, то есть во сколько там, в 10, в 12 заселения, то есть где-то это время надо шляться полную, ну, всю ночь, получается, до утра, поэтому это неудобное прибытие поезда. А так, если кто едет домой или там, ну, короче, если есть куда сразу пойти, то, в принципе, прикольно. Вот, за билеты мы платили 170 гривен и плюс 50 за постель. Там у нас небольшие скидочки были еще за Виталинку, так как детский, да, билет, и дети как студенты. Ну, не так, как 50%, а там буквально по 20 гривен каких-то скидки были. Вот так вот. Квартира, кстати, квартира стоит такая 750 гривен в сутки. И это дешево, потому что во Львове многие квартиры сдаются за человека. Допустим, 500 гривен в сутки квартира и плюс 200 за там человека свыше двух людей. Вот. Либо же вообще там за человека. Ой, слушайте, мне кажется, теплый пол здесь в квартире. Я включила. Или мне кажется, да, теплый пол. Это, Линка, а тут полы теплые, по-моему. Тут, наверное, вот это включается. Один, наверное, свет, а другие полы нет. Нет, это подсветка. Так, это подсветка, а это лампочки. А все вместе вот так. А что же я включила, что теплый пол? Или он сам включается. Вот тут вот реально тепло. Или просто так тепло. Короче, не знаю. Так, ладно. Тут окна такие. Типа как у Самвела шторы. Все, я сейчас буду кушать. Наверное, что-то приготовлю на вечер. Не знаю, супчика хочется, если честно. Смотрю, наверное, маленькую кастрюльку супчика. С тушенки. Возьму чуть-чуть тушенки. Использую. Остальное оставлю на вермишель. На раз покушать. Баночку тушенки на 2 блюда. У нас есть что кушать, в принципе, но мне уже не хочется, потому что мы уже курицу, печенку все ели. Такой внутренний дворик. Так, ладно, выключаюсь, пока буду заниматься чем-то по дому, по хозяйству. Передохнем чуть-чуть. Так, я сейчас буду готовить супчик. Захотелось мне первого. Я дома не ела, наверное, ступа несколько дней. Сейчас. Свет здесь не очень хороший в кухне. Ну да ладно. Так. Вытяжки не хватает света. Хотелось так вас поставить, чтобы видно было. Там такой мне написали комментарий неприятный. Ну,
пишите дальше. Тут темная. Вот так, такой вот, вот такая обстановка темненькая. Так, сейчас я включу. Включу. Как его включать? О, это маленькое, это не подходит. О. Все. У меня тоже этот канал есть, только там звук отвратить. Ну здесь тебе подходит? Да. Ну смотри, пожалуйста, садись на любой стул удобный себе. Такие здесь кастрюли, вот так большая. Так. Еще меньше есть, я даже не знаю. Супа хочу сварить. Это для нас всех. Может половинку, лучше, наверное, большой сварю меньше супа. Это получится ни туда, ни сюда. Сейчас хочу кушать наготовить, может идет ночью с работы. Раз покушает. Молодец. Тут шнур в микроволновке, этот, который включает микроволновку, он получается идет через. Вот так удобно ты поставила. Через кухню. Так всегда снимаю. Короче, над плитой идет, над газом. Я переживаю, что там не сгорел этот шнур от микроволновки. Это я отключила. Ой, так, сейчас буду готовить. Супчик приготовлю. Такой легенький, с вермишелью. Микроволновка, кстати, как у бабушки. Такой. Нет, у бабушки такая, как у нас. Это ж я ей дарила микроволновку. Что, кастрюля какая... Нет, закрой. Кастрюля какая-то бездонная. И хочется много наготовить, чтобы потом доедать его. Может, все-таки среднюю взять. Я еще как разгонюсь супом. Чувствуешься, знаете, в новом жилье ко всему. Вон эту маленькую возьму. О, вообще полная. Ладно, еще потом свежесть сварю, чем будет много супа. Тем более холодильник здесь небольшой. Так, что мы сейчас будем делать? Сейчас я хочу быстро. Косточка. Туда картошечку, лучок, морковочку и все. Сейчас я из дома лук взяла, половинку буду луковицы использовать. С ножами тоже тут проблема, муж ножи интересно свой брал или нет, нож у него хороший такой. Короче, что я готовлю? Основной бульон сейчас приготовлю. Я, кстати, одела ночнушку. В целях экономии, чтобы не набирать кучу вещей, не взяла халатик с собой. А зря. Халатик надо брать. Халатики уютно отдыхать. Ну уже ладно. Пол луковицы буду использовать, потому что кастрюля небольшая. Так быстро супчик. Вот. И может еще что-то приготовлю, не знаю, посмотрю по настроению. Мы сейчас с Виталинкой передохнем и пойдем, наверное, еще гулять куда-то, прогуляемся по городу. Сейчас вечереть начнет, сейчас где-то 4:30, у меня мужа 4 на работу. Вот. Картошечку взяла, муж к нашему приезду приготовился, мы вчера пришли, он
Заходим домой, а тут на столе Виталинки киндер лежит. Нам, ну, мне, детям коробка конфет и коробочка этого миндаля в шоколаде нам с детям. С детьми шампанское мы вчера пили. Муж приготовился. Это приятно, когда так на столе вообще тебя встречают. Кстати, вот этот нож, это, наверное, ножи для еды. Ну, кушать, да, с этими ножами. Он очень классный, очень острый. Прикольный ножик. Что тут есть еще? Огрызок какой-то и огромный вот такой вот. Ну, огромный не подходит вообще ни для чего. Так, ладно, буду готовить супчик. Потом включусь, а то так ни о чем. Буду с вспышкой включать. Потому что очень темно, вообще ничего не видно. Такой супчик у меня варится. Тут вот тушенка говяжья. Морковочку мелко порезала, в шатерке у меня нету. Лук и картошечка. Посолила сейчас минут 10. Может даже меньше. Покипит. И я добавлю вермишельку. Вермишельку большую хочу добавить, чтобы типа как галушки было. Вон, смотрите, сколько мяса. Еще тушенка осталась у меня. Сейчас покажу. Супчик. Что? А, это тушенка. Вот такая тушенка говяжья. Я понюхала. Вот. Вкусно, наверное. Сейчас, наверное, еще копченую курицу. Кусочек, там часть осталась, добавлю эту тушенку и полторы пачки вот этих макарон, еще, наверное, макароны приготовлю. Вот, лучок поджарю, короче, сделаю такие спагетти. Сейчас супчик покипит. Уже зелень он попала. Вот, и потом добавлю вот эти ракушки. Еще такие крупные макарошки. Все, пусть кипит. Сейчас крышечку от него найду. Пиво себе налила. Захотелось пиво сегодня у меня. Моя любимая пицца. Так лучше. Так лук блестит. Вот эти томаты спайси. Буду кушать. Тарелочку хочу сюда насыпать. Так. Мы сходили в АТБ. Купили салфетки. Такое купили по мелочи, то что не хватало мне. Ну, наверное, плохо слышно. Ну, пиво захотелось. Очень редко такое бывает. Наверное, уже буду бросать макаронушки. Ну, сейчас макарошки приготовятся. Зеленушечку туда. Зелень порезана. И все. Короче, минут 20-30 и суп готов. Собственно говоря, нечего делать. Если бы курица была или мясо, можно сосиски, все что хотите. Тушенка,
Рыбный можно также приготовить, консервы. Все, супчик готов. Сейчас жарю лучок. Сделаем а-ля спагетти. Пока смотрю YouTube. Давно не смотрела, несколько дней. Поиска интернета не было. Так, вот такой супчик получился. Это мне? Да, такой легенький, вкусный, красивый. Это хлебушка? Конечно. Вот Алинка будет кушать, но горячее. И приятного аппетита тебе. Спасибо. Пожалуйста. Так, наготовила я супчик. Я показывала, поела, очень вкусный. И вот такие спагетти получились. Тут полбаночки тушенки, чуть меньше. Курица копченая, сметана, кетчуп, чуть-чуть соевого соуса, жареный лучок. Ну, вот такое вот сливочное масло еще добавила. Такие вкусные получились спагетти. Сыра, правда, твердого нет. Не знаю, может, сейчас буду идти, где-то увижу магазин, зайду, куплю. А я сейчас быстро одеваюсь, потому что мне приехал сын на мопеде. Я не помню, говорила или нет. Они поехали с дочкой, взяли мопед в аренду. И сейчас мне надо быстро Талинку будет катать. Я хочу пофотографировать. Блин, где маска? О боже, с этими масками, слушайте, такая проблема. О, нашла. Все, хочет меня покатать, но я не знаю, я боюсь. Я навряд ли побежала. Так, сейчас я еще дежурный свет ставить такой маленький. Нет, вот этот оставлю, свет, все, побежала. Этот балкончик я попробовала. Здравствуйте. Добрый. Что, собачка, она типа... Что вы что, на дорогу поедете? Да. Все, мам, садись. Мама, нет, я бегу, нет, бегу. Я. Мы с тобой ночи сны постали, с тобой свет встречает солнце. Мы с тобой замкнены все двери, расстава старте СМС. Я с тобой не смеюсь, не плачу, я с тобой к истине ходжу, я с тобой выпускаю в дачу, я с тобой на лыжу и не сиджу, я с тобой смущенный ховатусь, я с тобой честный, мов тисок, я с тобой смак не відчувати, я с тобой кулю у висок, я с тобой холодно і в спеку, я с тобой одяг не ношу. Без тебе не хтою безпеку, без тебе пусто я прошу.
літер отплатить. Смотри, как у него жопа шевелится. Смотри, какой он прикольный. Ты видишь? Посмотри, какой у него попа сзади. Толстенькая, глянь. Ты видишь? Ты боишься. Пришли домой уже. Виталинке купили вот таких вот стекляшки такие. Игрушки из стекла. Таксочку такую. И крокодильчик. Ну, ей понравилось. Но выбрала. Вот. Что мы еще купили? Один кулек, который мы принесли. Я ничего такого не покупали. Я купила. Давай, складывай их, чтобы они не побились. Дочка купила бигбон арахис, бигбоб, вернее, сладкий чили. Вот. Я купила васаби. Я очень люблю эти орешки. С Виталинки взяли попкорн такой сырный. Уже не будешь кушать? Да. Отнеси в комнату на тумбочку. Взяла вот такие за 10 гривен салфетки. Сколько тут? 3 штуки, 10 гривен. Нету тут тряпки, только мочалочка. А там, видели, кран большой, мойка маленькая, все время вода. Салфетками вытирать, то такое. Короче, одну тряпочку возьму уже. Ладно. Талинка себе йогурт взяла. Боже, ты хоть смотрела этот срок? Рукавычка вот такой супермаркет. Ну, наверное, люди там поселились напротив, в однокомнатной. Кто? Срок? А я еще не смотрела. Да. Да. А с чем ты брала? С персиком. Сыр польский млечный взяла. Представляете, тут по 190 в Киеве от 150 до 170 гривен. Хотя здесь Польша как бы рядом. Ну, что тут у меня две бумажки. А там, не знаю, один магнит, наверное, да? Наклейка. Клейка. Смотрим мультики. Да. Сидим. Дети поехали мопед отвозить. Оса? У меня уже жаба была. Нас нет. Короче, дети поехали мопед отдавать арендованным. Ездили к мужу на работу. Муж чуть-чуть покатался на мопеде. А зачем ты сейчас? Некуда клеить. Не надо. Вот. И сейчас покормлю Виталинку. Сейчас уберем вот здесь на столе и будем отдыхать. Уже пойдем спадки. Вот. Есть, только надо помыть. Ну что, на сегодня мы прощаемся, да? Будем отдыхать уже. Муж придет где-то ночью с работы. Вот, тоже завтра опять будем гулять с утра. Дети сейчас мопед сдадут и приедут на такси домой, где-то аж в конце, где-то на окраине Львова. Мне дочка за полчаса перед отъездом на вокзал сделала быстро маникюр такой на коротких ногтях, такой нежный. Говорит, надо сделать, надо руки привести в порядок. Короче, сделала мне руки. Ну, теперь ноготки с помощью гель-лака отрастут, и опять у меня будет маникюр. В смысле, гель-лак, типа там кальций какой-то? Не, просто толще ноготь становится. А. Ну, слой толще. Вот, так что я с маникюром. Вот, ну что, все довольны, все счастливы. Сын получил удовольствие от мопеда. Вероничка обалдеет от Львова, обожает Львов. Даже задумывается здесь поступить.
Вот. А я хочу тут жить. Это Лене тоже квартира. Мне все нравится, когда всем нравится. Я счастлива. Я не напрягаюсь, в принципе, мы гуляем в основном, ничего не делаем. Классно. Вот. Ну что, на этом прощаюсь на сегодня. Влог закончен, да? Всех любим, целуем. Пока-пока. Пока.